Доброе утро, дорогие подписчики. Эксперимент продолжается. И сегодня, я думаю, купил ей таких вкусняшек. Посмотрим, как Каркуша реагирует на вкусняшки. Каркуша, где ты запрятана? Так, друзья, видим, что колбаску покушала, кильку побросала, но колбаска, наверное, дошла. Мысочку, наверное, утащила ветром. Но будем смотреть, бриллианты на месте, хотя иголочку вот эту отбросила, или может это она уже лапой. Не поддается. Ну ничего, мы не теряем надежды. Кому нравится такой видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. И предлагаем, что мы можем еще сделать для вороны. Или может давайте мы ее поймаем и поговорим глаз на глаз. Как вы думаете? Пишите.